Школа здоровья – так называются выступления на предприятиях и в организациях врачей-специалистов Щелковской городской больницы, которые уже третий год проводят для всех желающих ознакомительные беседы о профилактике заболеваний, наиболее часто встречающихся в медицинской практике. На этот раз занятие проходит в помещении Совета ветеранов микрорайона Чкаловский. Щитовидная железа – это основной орган, который регулирует энергетический обмен в организме. Кроме терморегуляции, щитовидная железа отвечает еще и за скорость, за частоту сердцебиения, и за нормальный или ненормальный сон, за чувство слабости или чувство адекватного самочувствия. На занятии речь шла и о гипотиреозе. Этим словом врачи объединенно именуют весьма распространенные, особенно у людей старшего поколения, эндокринные заболевания, связанные с ослаблением работы щитовидной железы и уменьшением количества вырабатываемых ею гормонов. Функция щитовидной железы может снижаться, и человек начинает чувствовать какие-то проявления недостаточности количество гормонов щитовидной железы в организме. На школах здоровья, помимо советов о том, как построить правильное питание, как с учетом возрастных особенностей заниматься физкультурой, как делать все необходимое для поддержания здорового образа жизни, слушателям обязательно дается четкая рекомендация в случае возникновения каких-либо тревожных симптомов. Надо заметить, при болезнях щитовидной железы они ощущаются достаточно остро, ни в коем случае не полагаться на самолечение, а немедленно обращаться за помощью к врачам-специалистам. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.